Заказала на Озоне полочки для холодильника. Такие контейнеры. Очень удобные. Вот. И как дополнительные. Вот. Давайте посмотрим, распакуем вместе с вами сейчас. Я вам покажу. Если кому понравится, заказывайте. Это, ну, прикольные штучки. Я уже заказывала такие побольше контейнеры. Очень мне понравилось. И вот заказала еще поменьше, маленькие. Приходит все вот так вот упаковано в пупырчатую такую пленочку, что в принципе очень хорошо. Они не побьются, не расколятся. В коробочке в такое еще. И вау, комплимент! Жвачка Лоуиз. Подарочек дают. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Вот такая вот тут наклеечка. Тоже прикольная. Кстати, кто любит такие штучки хлопать? Я раньше в детстве очень любила. Не выкидываю, похлопаю, потом выкидываю. Так, ну и вот они, собственно говоря, контейнеры. Посмотрите, какие симпатичные. Такие затемненное стекло. Вот такие вот. Такое вот тонированное темное стеклышко. Очень классные крышечки у них. Смотрите, качественные очень такие. Ну и, соответственно, можно хранить все. Вот даже тут нарисовано. Вот. Овощи там, ну, как бы, в принципе, очень удобно. И, друзья, это как бы два контейнера, но в каждом контейнере еще контейнеры спрятаны. Они разные размеров. Побольше, поменьше, поменьше. Вот, поэтому сейчас я вам покажу. Вот видите, открываешь один, там еще один, а там еще один. Ну и, собственно, все. Вот в одном контейнере, как бы, такие вот три контейнера. Побольше, поменьше. Очень классная вещь для хранения продуктов в холодильнике. Очень удобно. Опять же, говорю, хороший пластик, качественный. Очень хорошие крышечки, удобно открывать. Затемненное стеклышко. Вот такие вот классные контейнеры. Рекомендую. Ну и также второй контейнер. Тут тоже находится поменьше, поменьше. Вот. Вы можете найти их на Озоне. Я брала на Озоне, я думаю, и на Вальберсе есть. В общем, классные штуки. Мне очень нравится. Очень нравится, что затемненное стекло. Вот это меня прям порадовало. Ну и качественные крышечки. Супер!